Не успели выйти на маршрут, а уже проверка. Такие рейды сотрудники ГИБДД организуют в рамках профилактического мероприятия «Автобус». Регулярно в разных точках города инспекторы проводят осмотр транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Проверяют исправность тормозной системы, наличие пассажира мест, соответствие изменений конструкции транспортных средств, установка дополнительного оборудования в автобусном транспорте. Поворотники, габариты. Кроме состояния световых приборов и бортовой электроники, инспекторы проверяют водительское удостоверение, путевой лист, внимательно обследуют салон. У Александры с транспортным средством все в порядке. Девушка уже 5 лет работает водителем автобуса. За рулем чувствует себя уверенно, так как всегда соблюдает правила, ведь ответственности при перевозке пассажиров в разы больше. Я по правилам стараюсь, потому что мне как бы торопиться некуда и соблюдаю, то есть все нормально. Сегодня общественным транспортом пользуется большое количество народа, и исправность пассажирских автобусов и маршрутных такси – это залог безопасности десятка людей, являющихся пассажирами. Я вообще живу в деревне Ермолино, и у нас теперь 471-й приходит прямо до деревни, и мне даже на рынок там 3 остановки, то я ходила пешком, теперь я доезжаю на автобусе. Скажите, вот сервис, комфортно, безопасно себя чувствуете? Нормально, да, абсолютно. Часто ездите? Не так часто, но довольно. Я редко, я электричка больше. Спасибо. Ну а вот сегодня проехались. Проехала, да. Ночью прекрасно. За 2 часа рейда инспекторы проверили порядка 30 автобусов и маршрутных такси и выявили 12 нарушений правил дорожного движения. Подобные рейды сотрудники ГИБДД будут проводить до 24 июля, так что видновских перевозчиков ждет еще не одна внезапная проверка. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.